Избранные в сентябре депутаты собрались сегодня на первый городской совет. Заседание провел глава округа Евгений Рычков. Первым вопросом повестки стало избрание председателя и его заместителя. Подробности в сюжете. Новый состав Совета народных депутатов 7-го созыва провел первое заседание. На соседних креслах как знакомые большинству горожан депутаты, так и новые лица. Большинство местного парламента составили единороссы – 21 человек, 4 представителя КПРФ, 4 ЛДПР и 1 партии «Справедливая Россия». Пока председатель не выбран, заседание проводит глава округа Муром Евгений Рычков. Какие будут предложения по открытию первого заседания? Открываем. Давайте проголосуем. Кто за это решение, прошу проголосовать. Избранным 8 сентября парламентариям вручили удостоверение, а затем было принято самое важное решение – избран председатель, который встанет у руля Совета на ближайшие годы. Большинство депутатов высказались в поддержку прежнего председателя Константина Федорина. Мы бы все-таки хотели, чтобы у главы Совета стоял человек с огромным опытом, человек ответственный, порядочный и радеющий за судьбу каждого жителя округа. Поэтому просим поддержать Константина Григорьевича, желать успехов. Я уверен, что и в следующем созыве, в обновленном уже депутатском корпусе, он настроит и наладит правильную конструктивную работу, традиционную, которая у нас действительно есть. Ну и дальше взаимодействовать с главой округа Муром вот в таком сплаве и монолите. Буду дальше развивать город, выполнять наказы и помогать людям, служить людям. Грамотный, опытный человек. Вот мои коллеги сейчас сказали о его положительных чертах, я бы сказал, у него еще одна из положительных черт. Это работать в Совете как в единой команде и общаться с нами независимо от политических принадлежностей, религиозных каких-то принадлежностей. То есть этот человек умеет работать с Советом, мы его глубоко уважаем. И поэтому, я думаю, вся работа, которая будет продолжаться в дальнейшем в Совете, и работа с молодыми депутатами, и с теми депутатами, кто уже работает в Совете, выстроится грамотно и умело. Председателем Совета народных депутатов 7-го созыва вновь стал Константин Федорин, его заместителем Михаил Симонов. Оба они работают на постоянной основе. За них коллеги проголосовали единогласно. Ближайшее заседание нового Совета намечено на 29 октября. Ольга Кирешна, Илья Блетов, Новости Муром.